От души приветствуем всех любителей футбола. Думаю, что матч сегодня будет интересный. Думаю, что и комментарий сегодня удастся. Юрий Розанов и Василий Соловьев, то есть мы не первый уже раз работаем вместе. Поэтому, ну вот, надеемся, что у нас получится. Короткий пас на Хави. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Следующим техническим действием должен быть пас. Вот это мы и называем плотностью игры. Ари. Вездесущий Хави. Постоянно открыт. Постоянно предлагает свои услуги. Серхио Бускетс. Передача получилась безадресная. Ари. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Вообще-то пяткой играют только когда есть 100% уверенность. Есть, да? Месси. Удар! Удар, промах. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. И, пожалуй, что можно пить, это органично будет смотреться. И вместе с камерой отправляем Месси. Может быть, и не повезло немножко, потому что все вроде бы делал правильно. И я не понимаю, почему мяч полетел, так сказать, так слабо, да еще и не туда. Ну, как, голова круглая, мяч тоже. Точка соприкосновения, это очень тонкий момент. Играючи просто клоуна сделал из игрока обороны. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Дани Алвес. Педро. Отскочил Дани Алвес, подошел, чтобы с ним отыграться. Вот, пожалуйста, он мяч получил. Позиция игрок Барсы. Ах, как тяжело его опекать. А, очень высокий процент реализации. Бить ему нельзя давать. Думаю, надо бить и забивать. Получил, отдал, открыл. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. И мяч в воротах. Которые приносят ни много ни мало гол. А вратарю остается только расстраиваться, что у игрока такая холодная голова. Посмотрим, что изменится в игре после вот этого удара по мячу. Команда пропустила гол, и теперь ей нужно спешить к чужим воротам.
отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Серхио Бускетс. Ну уж я не знаю, просто грубым фолом соперник должен прерывать это изящество. Пока просто катают мяч, возят соперник. Вроде ничто помешать не может. И... А это гол! После 45 минут игры. Прошел первый тайм, и все идет сообразно нашим ожиданиям. Бьют маленьких и беззащитных. Что нас ждет в этом втором тайме? Что только гадать, давайте будем смотреть. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Может быть, это и вправду второй оборот. Думаю, надо бить и забивать. Этот перехват — награда за его старания. Хороший момент. Гол! Лотар ругает немножко защитников, наверное, сам про себя. Но, по сути дела, виноват тут все в равной степени. Оборона команды просто решето сегодня. Про себя. Видно вон как удачи. И даже в самой великолепной команде бывают индивидуалы. Посмотрите, как все сделал хорошо сам. От начала и до конца, до нижнего угла. Тут не так просто чисто сыграть, потому что аут возможен. Но в данном случае все получилось. Серхио Бускетс. И мяч потерян. И неожиданно, и красиво. Может быть, вот шанс забить. Итак, это не удар. Это просто попытка удара, но, видимо, не той ногой. И как-то все не так. Решили добавить свежести в действия своих команд. Смотрим и любуемся на Месси. Давайте вместе с игроком подумаем, кто свободен. Кто... Опасно! Конечно, возьмут, чуть переведут дух и с удара от ворот начнут свое наступление. Новый игрок готовится выйти. Пока не будем рассуждать, какую позицию он займет. В общем-то, сфера его интересов футбольно всем хорошо известна. Но кто его знает, может, у тренера какие-то определенные задумки. Отличный шанс у Барселоны. Нужен и мимо. Не слишком расстроен бьющий. Его можно понять. На табло гляньте. И кажется, можно было бы остановиться, успокоиться и мяч подержать. Но разве можно это сегодня себе позволить? Когда такие болельщики на трибунах тебя поддерживают. Перехват в середине поля. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Ясно.
Сон. И вновь вместе с мячом. Одна передача за другой. Мяч внизу. Техника на грани фантастики. Думаю, надо бить и забивать. Спасает свою команду вратарь. Соперник теряет мяч в середине. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Какой грандиозный сейв. Штрафная недалече. Со. Али. Очень уверенно команда себя чувствует на подступах к чужой штрафной. И вновь вместе с мячом. Они вот никуда не спешат, но это они вид делают. Ослабит соперник, бдительность пиши пропала. И этот пас становится легкой добычей для защитника. Даниэлес подошел, чтобы с ним отыграться. Вот, пожалуйста, он мяч получил. Больше вперед играет. Но у чужой. Думаю, надо бить и забивать. И нам даже казалось с Василием, что все сегодня может залетать в ворота. Однако нет, с этим ударом вратарь справился. Повезло. На поле два новых игрока. Правильно, абсолютно. Кулаками надо играть. Неймар. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! И мяч в воротах соперника Барселоны. Так бывает в футболе, хотя, конечно, не каждый день. Игрок обороны пришел к чужим воротам и забил. Пришел. Прибежал, можно сказать. Все забивают и забивают, забивают и забивают. Когда же кончится этот матч? Неравенство сил сегодня абсолютное. Одна команда явно сильнее другой. Ну и провокационный вопрос, хотя ответ известен. Да, как думают, болельщики довольны сегодняшним матчем или очень довольны? Болельщиков